Елена Подкаминская вот уже почти целый месяц отдыхает в Таиланде со своей семьей. Актриса уехала к морю с дочками Полиной и Евой, как только у нее образовался перерыв в работе. Последние месяцы она очень много работала, но наконец-то у нее появилось время для восстановления. В личном микроблоге Елена публикует солнечные фото из отпуска. А накануне она впервые опубликовала фото, на котором был запечатлен таинственный незнакомец, которого фанаты актрисы приняли за ее супруга Дениса Гущина. Между прочим, актриса ранее очень неохотно делилась подробностями личной жизни. Летом 2017 года она стала мамой во второй раз, но так и не представила публике отца своей младшей дочки. Прошлой зимой стало известно, что Елена вышла замуж, однако опять же она предпочла скрыть подробности этого события от общественности. Впрочем, свои отношения с отцом старшей дочки Полины, Александром Пляцеевым, Подкаминская также держала вдали от своей публичной жизни. А на днях Елена похвасталась перед поклонниками идеальной фигурой. Поклонники сразу отметили, в какой прекрасной форме находится 39-летняя актриса.